Я сегодня без лишней морали. Пару фактов поставлю в пример. Мы такое богатство просрали под названием СССР. Санаторий построен шахтером. Здесь Хоттабыч в фонтан залетал. А теперь нараспил мародерам, продан он за большой капитал. Так везде, всю страну по кусочкам, раскидав обещаний пустых, хитрым способом хлещут по почкам в каждом доме открытых пивных. И теперь наши бывшие страны, перепутав где зло, где добро, евроцентом набили карманы, ездят в старом советском метро. Как хотелось бы снова гордиться той страной, почитавшей людей, снова в космос с надеждой стремиться, уважать педагогов, врачей. А сейчас только слышно с экранов, что вот-вот да и встанем с колен, кормят честных подлейшим обманом, и ничто не растет, кроме цен.